Принцесс на своем канале, а с Модей Плей мы продолжаем играть Снайпер Элит 3. Просто, по-моему, так, Снайпер 3, точно знаю. Итак, я в английских вообще, если там еще слово какое-то замудренное, не бум-бум. Помню только основные характеристики. Итак. Ага, вот. Что мне и надо? Так. Ой. А, я винтовку уже поменял. Да, я же винтовку поменял. Так. К нему должны были на помощь идти. Но не пошли. Хорошо. Вот здесь вот где-то еще, правда, должен быть. Так, один в дом зашел. То ли мне следует за ним зайти. Хотя есть и вот другой немножко вариант. Ой. Так. На. Обыщем. Нормально, пока справляемся. Так. Вот сюда вот надо. Давай. Сейчас ты никуда не денешься. Падла, нет, смотрите-ка, ушел. Скотина. Еще один на крыше был. Так. Ну. На. Вроде в звук попал. Дистанция неплохая. Попал в звук. Пометил. Так, прицел у меня пока хороший. Можно не жаловаться на прицел. Жаловаться надо на врагов. Не хотят подходить, падлы. Уничтожить. Давай еще разок. Погудим. А мы немца навестим. И свинцом мы угостим. Вот так. И сейчас ты сверху тоже. Чтоб меня не пас. Свинопас. Ну. Б.
Блин. Да. Попал. Boy, come to us. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Тихо. Попал. Да как удачно, еще за кустами там и не видно его было. Господи, он от меня ничего не оставил. Ну, ух ты. 5 патронов на него извел. Ну что ж, пусть меня там ищут, меня там уже нет. Главное, чтобы на танки не приехали. Вот. Сейчас они скоро успокоиться должны будут. Они же не знают, что я здесь. Они знают, что я там. Ну вот, вообще успокоился. Больше кричал. Тихо, тихо, давай, отвернись. Ну же. Падла. Откуда ты тут высматриваешь? А ну? Да. Вот и все. И нет убила. Дебил. Так. Ладно, с этим мы разобрались. Этого мы почистили. Опа. А их там двое. Какая прелесть. Давай, кто там? Итак, чё меня никто не приходит навещать? Непонятно. Я тут вообще-то людей убиваю. Все чисто, представляете? А я ведь даже не скрывался. Так. Ну, давайте-ка я его с другого места сейчас сниму. А вот кто меня спалил? Непонятно. Ладно. Завершение поиска. И на. Какое завершение, если хотя бы, чтобы завершить, надо сначала начать этот поиск. А его никто и не начинал.
Так. Нет, не успел. Меня спалили. У меня такое чувство, что где-то снайпер, который своей мордой вертит туда-сюда. И придется мне, по ходу дела, издалека улаживать. Вот, видите, меня кто-то спалил. Палит, то есть. Так. Ладно, раз меня все равно хотят уничтожить, и кто-то палит. Да кто? Что-то я не могу... Нет, 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 так не пойдет. Давайте я все-таки схожу туда, а я узнаю, в чем дело. Кто это? Такой глазастый. Кто у меня там? Нет, так не пойдет дело. Нет, нет, нет. О, вот здесь можно было что-то подстрелить. А здесь поди что-то есть. Есть здесь что-то или нет? Лежать. О, патроны. Да мне вот только фугас. Взят один фугас. Искать. Взял, пробил. Разведданный. Фортификации. Так, всему офицерскому составу куратор, ответственный за оборону, в течение ближайших нескольких дней будет инспектировать наши укрепления на перевале. Его совету следует считать приказами, так как мы стремимся максимально укрепить наши оборонительные рубежи перед грядущим наступлением войск союзников. Естественно, его должны охранять и препроводить в безопасное место в случае атаки противника. Чтобы получить расписание визита, доложите на центральный радиопост рядом с колодцем. Найдите. Где он? Рядом с колодцем. Так, хорошо. Будем искать колодец, значит. Еще гоп, фугас нету? Нету. Ладно. Давайте наверх пойдем. Здесь нету никого. Никто разведданный случайно здесь не положил, нет? Ну, для меня специально так. Стоим он? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так. А вот он внизу. Давай. Ну вот кого ты там увидишь? Ты же дебил. Давай, я тебе даже облегчу задачу. Вон туда пойди. Пойдем, я следом. Ты же дебил. Я сейчас тебе докажу, насколько ты глуп. Я не понял, ты куда ушел? Ни хрена себе, вот это глюк.
На первый этаж ушел, да? Как-то провалился так. Хоп. Ты это что за глюк-то такой? Я даже комментировать это отказываюсь, потому что я даже не представляю, как это. Либо на самый-самый верх. На. На, козёл, как ты, где прятался? Так. Оп, он так, куда залез-то он? Вот сюда, что ли? Вот он, вот он. Я же говорил, снайпер. Тихо. На. Только он мог меня палить. Только снайпер. Через прицел. Ну, через прицел, правда, в настоящем войне не убить. Так. Давайте-ка воспользуюсь аптечкой. Бинт, раз мне не поможет здесь. Вот так, хоть пригодилось. Так. Спускаемся вниз, вниз, вниз. Так, где мой камень? Камень, камень. Нет. Место мы вычислили. Здесь что? Так, по карте смотрим. Тоже можно обойти, но нам пока туда не надо. То есть надо, ну ладно, давайте взглянем хотя бы. Так, сердцебиение успокоилось. Первый есть. А здесь кто у меня? Так, я куда развернуть? Кто-то есть здесь? Ну, он там, походу, дела. Так, это что за костер? Кто его охраняет? Какой-то ориентир? Нет? Так. Идем, идем. Сейчас мы его сдернем с вышки. Опа. Тут еще кто-то находится. Главное, чтоб за этим заборчиком никого не было. Это вот мы в шоке-то будем. Вон снизу. Тут еще по-любому снайпер еще должен быть. Только где вот он? Еще один в доме был. Давай, покажись. Это, наверное, ты. Ну и
Посмотрим, что у нас здесь имеется. Есть какая-то нужная информация или еще что-то? Рядом с колодцем. Где колодец? Ладно, пойдемте вниз. Погладим по головке еще одно существо, которое к нам неровно дышит. Так, как сюда зайти? Вот так. И Алуэта, и Алуэта. Здорово, что-то взяли. Теперь мы можем отсюда спокойно выбегать. Я все-таки хочу туда сходить. А то получается, я отстреливал столько народа. Неужто все зазря? Я в том доме даже и не пошарился толком. Так, и заходим. Ползем наверх, там, где нас снайпер всегда мог заметить. Ну, никого не пока не наблюдаю. А здесь тоже никого. Итак, смотрим по карте. По карте смотрим налево. Нам надо налево. Ну, вот сюда, что ли? Нет, видимо, где-то чуть дальше, наверное, надо. Хотя нет, подождите. О, вроде правильно пришел. Можно было и так, и так. Давайте посмотрим, кто здесь обитает. Кто проживает на дне океана? Что, неужто никого? Да не может быть, чтоб мне так везло. Кто-то еще стреляет. Гул скроет мой выстрел. Так, я бы хотел бы, конечно, двойным так вот бах, чтоб одним выстрелом двоих. Так, а как бы мне сделать, чтобы они еще не привлекались внимания? Будем смотреть. Ну вот этот точно там поляжет сейчас. У него выбора нет. Ну куда ты, падла? Давай. В шею. А тот, где ходит Ванька, встань-ка. И на. Попал.
Чё, спалился? Прошу прощения. Я не хотел. Я не специально. О, кстати, колодец. Рядом с колодцем, или это не тот колодец? Какой еще колодец тут имеется? Давай, не спеши. Я так-то могу и войну вам устроить тут. Мама, не горюй. Что, вы все еще не простили меня? Фу, какие вы злопамятные. А ведь я добрый человек. Да. Может, по мне и не скажешь, но я очень добрый человек. Блин, жалко, что трупы не показаны. Где ты? Вот он ты. Стой. Нет, я подумал, что... Все, шуметь перестали, да? Что вы... за люди такие? Так, ладно. Не смотри на меня так. Не смотри. Я еще вот здесь не разобрался, что у нас здесь. Да. Вот так. На. Убежал. Хорошо. Давай с последнего сохранения. Нет, 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 не надо ко мне идти. Так, у меня камень же есть. Спокойно. Мы сейчас просто его зарежем. Вот так. А потом просто уйдем вот сюда. Правильно? Нам нельзя шуметь. Ты где, в окне? Оу, ты под землей, да? И где ты выйдешь-то? Где твой выход? Да, крыса где? Где? Вот где? А, наверху. Подожди. Наверху, наверху. Как тебе наверх-то попасть? Значит, надо... А, вон, потуда. И попасть. О,
Отсюда мы к тебе и попадем. А я уверен, что снайперское расположение тоже у тебя находится там. Так, а как к тебе тут попасть? А вот так. Так-то и хрен поймешь, где он там сидит. А я не понял, ты куда ушел? Мы с тобой что, ролями поменялись? Вот так. Я за тобой бегал. Так, теперь встанем. Посмотрим. Я убежал. Успел. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Пока.